Сезон отгрузки стартовал в Новобибеевском карьере. В год предприятие производит щебень и отсев из более чем 300 тысяч кубометров гранита. И почти вся готовая продукция доставляется потребителям в период речной навигации. Как это происходит, наблюдала наша съемочная группа. Засыпать на барже почти 6 тысяч тонн щебня – таков дневной план отгрузки продукции, произведенной на Новобибеевском карьере. На сухой протоке процесс контролируют мастера по грузоразгрузочных работ. Один из них – Владимир Лопатин, специалист горнодобывающего предприятия, свою работу считает не столько сложной, сколько ответственной. Одна баржа перевозит при полной погрузке 2860 тонн. А в сутки на данный момент мы отгружаем 2 баржи. Ну, если все хорошо, то 3 баржи. В сезон навигации по реке Обь реализуется большая часть готовой продукции предприятия. В среднем на загрузку одной баржи уходит не менее 8 часов, а осадка не должна превышать 260 сантиметров. То есть оператор следит, на какую глубину осаживается баржа при каждом конусе. И по таблице просто переходим на следующие конуса и равномерно разгружаем ее по усадке. Геолого-разведочные работы на Новобибеевском месторождении начались еще в 1956 году. На сегодняшний день в северной его части глубина достигает 90 метров. Отработка полезного ископаемого гранита ведется 12-метровыми уступами с применением буровзрывного способа. В год на карьере добывают более 300 тысяч кубометров гранита. Полученное сырье экскаваторами засыпают в грузовые машины. После везут на переработку. Не габарит откидывать, убирать, чтобы завод не встал. Как бы, чтобы никого не было при погрузке. Гранит доставляют на дробильно-сортировочную фабрику. Там из него производят щебень различных фракций. И только после продукция идет на отгрузку. Новобибеевский карьер производит продукцию щебня 5-20, 20-40, 40-70, отсев. Я должна отпустить хороший щебень, то есть он должен проходить по ГОСТу, это отвечать по зерновому составу, по плотности, то есть должен быть крепкий камень. На предприятии трудоустроены 129 специалистов, большинство из них – жители Болотнинского района и Новосибирской области. За месяц их силами предприятие производит более 63 тысяч тонн качественного щебня и 27 тысяч тонн песка из отсевов. Производственные показатели, планы работы – это 1 000 000 добыть в год гранита, 1 000 000 тонн гранита. Соответственно, его переработать, произвести щебень с мая месяца, ну, с конца апреля и по октябрь. Соответственно, в этот навигационный период надо максимум всю накопленную продукцию, которая у нас накопилась, надо реализовать, поставить потребителям. Потребители продукции Новобибеевского карьера – строительные организации предприятия Томской, Кемеровской и Новосибирской областей Ханты-Мансийского автономного округа. Часть готовой продукции покупатели вывозят автотранспортом. Станислав Блинов, Татьяна Автюхова, Андрей Новоселов. Новости ОТС.